как строитель бетон, как бревна пилорама, как рыбацкие руки, чтоб тяжелых сетей, так ждала Примадонну оркестровая яма, каждый вечер шептала что-то нежное ей. Театральное счастье не лежит на дороге, человечьего счастья не найти на полу. Но зачем Примадонна не глядела под ноги? Все пытаюсь понять я, да никак не пойму. Были сцены и сценки, были роли и рольки, обрушение стенки и падение с коня. Но без ямы бездонной обходиться нисколько не могла Примадонна ни единого дня. И, конечно, болела, и, конечно, страдала, было трудно сначала, и пришлось привыкать, но потом вылезала, как ни в чем не бывало, и опять продолжала, продолжала играть. И для нас Примадонна, как для задника рампа, как для погреба лампа, как фитиль для огня. Без тебя, Примадонна, мы как паспорт без штампа, мы как Форест без гампа, как седло без коня. Ждут артисты прогону, ждет стекольщик рама, ждет строитель бетону и к нему кирпичей, ждет свою Примадонну оркестровая яма. И все шепчет и шепчет что-то нежное ей. Кто не понял поэта, тот не понял поэта. Взгляд художника — это просторечие бзик. И прошу я пардона за пикантность сюжета. Говорят, Примадонна — это в прошлом мужик. Ой-о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 й